Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, я продолжаю прохождение Super Mario 64DS. Короче, в прошлой части мы были в 13 мире, а теперь мы вернемся в 12 мир. Высокая гора, Scary Shrooms, Red Coins. Теперь мы будем собирать 8 красных монет. 100 желтых монет я, наверное, сейчас собирать их еще не буду. Оставим их, наверное, немножко на позже, да? Так, для начала нам надо тут long jump сделать. Сюда перепрыгиваем. Опасный прыжок был, потому что там была яма. Можно было сдохнуть. Ну, как вы уже знаете, мой скилл, что мы где-нибудь сдохнем еще сейчас, да? Там-там-та-та-та-та-та-та. А теперь мы идем-ка сюда. Там-там-та-ту-ту-ту. Так. Ух ты! Камера! Теперь мне надо тут прыжки делать, блин. Только он не делает то, что мне нужно. Опять паскуда. Да ты смотри, он что, не умеет прыгать, что ли, уже нормально? А, Марио? Ты чё? Хочешь, чтобы обратно фейлы только были, да? Чтобы мы опять вздыхали, чтобы я опять орал немножко, да? О! Нет! Не вздумай! Не вздумай упасть в пропасть! Да, конечно! Пора бы! Пора бы! Спасибо тебе большое! Что мы за 2 минуты почти забрали 8 красных монет здесь, а? Так, теперь мне надо вниз спуститься обратно. И пытаться не сдохнуть и нигде здесь, а? Окей. Мы теперь здесь. Теперь мне надо повернуть камеру. Если бы камера бы поворачивалась бы. Да камера. А, думаю, вот так хватит. О, забрали мы эту звезду. Ха-ха, конечно, обрадовался аж весь, что мы за почти 2,5 минуты забрали нашу первую звезду в этом мире. Так, теперь что? Ой, нет, 5 секретов горы. Это мне надо на самую макушку обратно забираться, да, по-моему? Ту-ра-та, ту-ру-ту-ту-ру-ту. Здесь кто-то есть? О, наконец-то, спасибо, спасибо. Посмотрим, как мы сделаем это. Может быть, даже сейчас сможем даже забрать 100 желтых монет в этом мире. Ю-ю-ю. Теперь мне надо наверх лететь. На самую макушку. Что-то игра немножко зависает. Не знаю из-за чего. Посмотрим, как это мы будем делать. Окей, тут теперь мне надо летать тут вокруг. И стараться вот эти вот средние монеты забирать. Так, где они тут? Где они тут находятся все? Две мы забрали, окей. Так, теперь мне тут надо приземлиться. Камера. Я тебя вот так настраиваю, чтобы нормально было. А, черт, пропустил одну. Ну ладно, ничего. О, третья была это. Ай, стараться как-нибудь не сдохнуть здесь. Эй, приземлимся. Окей. А, может быть, эту возьмем? Нет, не возьмем. Посмотрим, если мы сейчас тут эти секретные горы заберем тут больше монет, тогда мы сможем даже и 100 желтых монет сразу забрать сейчас, да? Нет, я сюда хочу наверх. Наверх я хочу залететь обратно. Конечно. Конечно, ты не залетел туда, куда мне нужно. Так, а где она? А, вот здесь она была где-то, да? Это что значит, мне придется, наверное, будет почти все монеты забирать тогда бы, да? Если мы будем 100 желтых монет собирать.
Так, это последняя была? Нет, тут еще одна где-то есть. А где она? Ладно, полетим мы здесь, а вокруг горы этой большой. Только я не знаю, где тут последняя секрет. А, вон она. Окей, я нашел. Я нашел ее. Но только мне приземлиться надо. Так. А в какую сторону мне бы лучше лететь? Наверное, вон туда надо. Давай возьмем себе новую крылатную кепку и полетим вот сюда, в эту сторону, да? Во, вот. А, звезда на горе будет. Так, 21 монет. Я не знаю, это сколько сложно будет собирать здесь 100 желтых монет, потому что мне нужно и будет... Мне нельзя будет попадать в эту секретную горку. Точно, блин. Ладно. Ладно. Будем думать. Но для начала я хочу хотя бы пару звезд собрать. Пару звезд я хочу сейчас забрать. Сейчас. Окей, подумайте, как будто мы сейчас прошли этот весь мир, только осталось еще 100 желтых монет забрать. Но я их сейчас, наверное, не хочу еще делать. Это будем уже, наверное, в следующей части, потом сразу в обоих миров заберем 100 желтых монет и там дальше, да? Виглас Red Coins. О, нет. Опять красные монеты надо сейчас собирать будет. Сейчас нам нужно красные монеты собирать будет. Камера, я тебя куда управляю? Вот сюда мне же нужно. А, тут же мне надо... Так, зря я выбрал Марио, да? Это нужно было с другим делом. Придурок, отвали ты от меня. Так. А, это мне открывает пушку. Да? Да, 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 да. Да все, все, я понял тебя. Что ты мне открыла пушку. Да придурок! Блин, а. Он украл у меня кепочку. Этот козел! Ладно. Ладно, будем передумывать. Марио, тебе надо сюда запрыгнуть. А где тут другие кепки? В смысле? Он у меня отобрал кепку, у меня теперь ни одной кепки больше нету. Да пофигу. Пофигу. Мне все равно. Так, попробуем забрать. Красим красных монет. В этом мире. Ту-ру-ту. Так, а я не знаю, как тут будет в этом мире 100 желтых монет собирать. Это мне придется будет все большие гумбы убивать с таким вот прыжком, чтобы получить за них синюю монету, да? Сейчас мне надо сюда доплыть. Здесь надо в воде включать музыку. Как же она называется? Белая щука, да? Или акула. Потому что там большая рыба, и она голодная. А Марио или водопроводчики как раз мясо, и они хотят сожрать его. Ну да, мне сначала надо долететь до туда. Так? Нет, отсюда он не выйдет. Да ладно. Баньки! А что это я сделал бы? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, попробуем еще раз выше стрельнуть. А ну-ка, Гумба, иди-ка ты сюда. На! Вот таким вот прыжком нужно будет все гумбы убивать. Ой-яй-яй, сейчас это пойдет место. Ай, нет. Мне тут надо очень тихо ходить, потому что здесь мы можем упасть и вниз. Я не хочу по-новому стрелять с пушкой сюда. Вот сюда зайдем. А, тут же две звезды. Ё-моё, да-да-да, это мне нужно еще раз будет туда идти. Окей. Здесь мне надо осторожно быть, потому что здесь мне надо прыжки делать. Если я не сделаю неправильный прыжок, я сдохну сразу. Упаду в яму и сдохну. И я не хочу этого допускать, чтобы это он сделал бы, Марио. Так что мы будем тут не спеша прыгать сюда. Так, здесь пятая. Так, здесь пятая монета. Так, в Марио 64 был вот это вот
одна монета здесь сложная. Вон, вон там сверху. Да-да-да-да-да, вот который стреляет с огнем, шарик. Да-да-да, я тебя не забыл еще. Так, а как мне лучше прыгать? Вот так надо сделать. Так, теперь мы будем здесь стоять. Черт, он меня может поджарить сейчас, да? Черт. Вот так надо делать. Все. Ты меня не зацепишь. Иди от меня, огонь. Вот так. Теперь поворачиваем камеру. Камеру поворачиваем, чтобы попасть сюда вниз на платформу и не сдохнуть. Так, я здесь не очень буду торопиться, потому что мне сейчас нужно обратно туда идти будет. А потом останется будет 100 желтых монет в обоих мирах. О, спасибо. Все. 30 монет мы забрали уже. Я думаю, не так сложно будет тут 100 желтых монет забирать, да? Ну, посмотрим. Мне самое главное, что в этом мире забрать себе пару звезд. А где моя кепочка? У меня нету кепки. Да мне все равно, хоть у тебя есть кепка или нету. Там-там-там-там-та-та-та. А вы думаете, а почему он всегда в эту картину идет? Он же может и в другую картину пойти. Ну, да. Да ладно, пойдем сюда, в большую картину, чтобы видели, чтобы можно было и в большую картину идти, не обязательно в Марио. Switch Star on the Island. Мне теперь надо обратно туда же идти, где мы только что забирали были 8 красных монет. Здесь вот эти вот гумбы надо вот таким прыжком будет убивать потом, когда мы будем собирать 100 желтых монет. Это все гумбы надо будет так убивать большие. Вот тогда мы соберем 100 желтых монет быстрее. Но это я, наверное, буду делать, когда мы Switch Star сделаем. Там-там, Лакито, что тебе от меня нужно? А, тут же этот придурок есть. Да-да-да-да-да-да. Я могу же у него украсть черепаху. Черепаху я хочу украсть у него. Но мне не дают. А вот так, как тебе? Там-там-та-та-там-там-там-там-там-там. Так-так-так, теперь мы будем тут прыгать. Прыгать, прыжок сюда. Ну, ничего не вышло. Смотрите, сейчас тут... Вот, смотрите, видели вот эту вот рыбу? Она голодная, она хочет сожрать меня. Там 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 там. Окей. Да ты зайди сюда в эту пушку, я хочу стрельнуть. Вон туда аж. Вот туда. Я думаю, вот такая высота... Нормально бы, да? Ну-ка. Нормальная высота? Ну да, нормальная высота была, только... Ой, я еще и на гумбу прыгнул. Еще и покоцался немножко. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Значит, чересчур высоко было. Окей, значит, сделаем так, чтобы еще дерево видно было. Ну, хотя бы вот так. Пусть будет так хотя бы. Ну, синяя монета упала. Мне она сейчас не нужна. Я еще сейчас не хочу собирать 100 желтых монет здесь. Так, еще 26 звезд осталось, друзья. Ну, если сейчас с первого раза получится, тогда мы сможем одну еще... Че я говорил, получится? Че я говорил, получится, друзья? Мама мия, марафака! Не хочу говорить такие слова. Потому что мои видео смотрят даже и дети, которые... Школьники! Придурок ты! На! Эй, в смысле? Я ж тебя с таким же прыжком убил бы. Там-там-та-на-нам. Сейчас попробуем еще раз отобрать у него черепаху. Ну давай же ведь, придурок, же, блин, а... Да что ж тебе надо, Лакито? Да б...
Блин, а я не могу черепаху отобрать. Эй! Они меня сейчас тут добьют, придурки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Окей, будем так делать. Будем... А, нет, так не получится. Ну что, прыгай, прыжок. Чё, тебе сложно прыгать тут? Эпичный фейбл, друзья. Что, я еще живой? Я еще жив? Вот сюда же я хочу направлять. Друзья, я еще жив? Я еще жив! О! Синяя монета! Друзья, я еще выжил без кепки. Такие вот случаи только у меня бывают, у Рустенда. Больше ни у кого. Ладно, вот так сделаем. Во, вот так. Это мне надо запомнить такой способ стрелять туда. Ту-ту-ту. А теперь мы пойдем вот сюда. Не будем торопиться. Так, это мне надо будет считать, сколько там мы монет сможем забрать в этой пещерке. Так, у меня сейчас 26 монет, да? А теперь, Марио, ты не упадешь в эту яму обратно, которую ты прекрасно нам продемонстрировал, что произойдет, если мы упадем здесь в яму. Так, красные монеты мне сейчас не надо, но я их собираю, чтобы видно было. Так, тут 16 монет, да, только? Ладно, там еще и синяя кнопка, ладно, 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 ладно. Только я не знаю, где там появятся синие монеты, но их мы оставим для всяких случаев потом, если мы будем собирать их. Так, так, так. А погоди-ка, тут же не сложно же, да? Да-да-да-да-да-да, тут не сложно, друзья, это свечца. Что? 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 Я думал, там будет цветок какой-то. Ладно, подождем, пока отключится звезда, потом по-новому. А как тут бомба была? В смысле? Почему тут бомба? Конечно. Ладно. Значит, тут надо побольше рисковать мне, да, немножко? Мне лишь бы тут не сдох. Да спасибо, что ты не прыгнул. Я хотел длинный прыжок сделать, друзья. Я хотел длинный прыжок сделать. Хотел сделать лонг джамп и все, чтобы забрать звезду. Ну блин, ну что я могу сделать, если он, придурок, не делает это? Я хотел сделать оттуда лонг джамп, а потом там от стенки до стенки прыжок наверх и синие монеты. Синие монеты, конечно, синие монеты, придурок, я что ли. Какие синие монеты? Я же еще не собираю монеты. Попробуем еще раз. Я не хочу тут час орать. Да спасибо! Как он меня выкинул 100 километров отсюда? Да конечно, я уже с Мюнхена до Берлина долетел, да? Как он меня выкинул? Да нет, там не 100 километров, там больше! Давай, 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 давай уже, давай уже. Все, 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 вот сюда мне надо. Сюда, 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 сюда. Конечно, конечно. Сейчас один раз я упаду, и я сдохну тут. Будем тут потихоньку ходить. Не будем никуда спешить. Будем потихоньку тут ходить в пещеру, давай, быстро. Мне не 100 лет время есть. Это дело сейчас. Не 100 лет, а может быть 500 лет. Тум-пам-пам-пам-пам-пам. Будем не спеша тут это делать. О, еще успел задержаться. Ты серьезно?
сюда надо. Сюда давай. И сюда давай. Так, теперь мне лишь бы, чтобы камера правильно работала была. Окей. Теперь будем не спеша прыгать от платформы до платформы вниз, потому что он, тупица, не может сделать волджамп правильно. Камера. Давай, быстро забери ее. Молодец. Хоть это мы сделали, друзья. Так. Я знаю, у тебя нету кепки твоей. Ну что я могу сделать? Проси меня, Марио. Ну мы вернем ее тебе. Мы вернем ее, да. Ну не сейчас. Сейчас я хотел бы одну еще звезду сделать для вас. Чтобы хотя бы на одну звезду больше. Погоди. Я уже с ним болтал или нет? Я уже не помню. Надо попробовать. Может быть, мне даст одну звезду? Нет, не дал. Придурок. Получай. Я не хочу с тобой болтать. Ты тоже думаешь, что почему у тебя нету кепки, почему у тебя нету то, почему у тебя нету то. Идем-ка мы сюда. Открываем эту дверь. The power staff had broken the lock bowser put on the star door. No can enter the door. Конечно. А, точно, я же вам показывал бы тут бесконечную лестницу, когда у нас нету 80 Power звезд, чтобы дойти до финала. Но это еще рано. Потому что мне еще нужно будет тут за 24 звезд еще тут работать в этой игре. И надеемся, что мы всех заберем. Потому что вначале я думал, а будем 100% делать или не будем 100% делать. А теперь давай-ка мы вернем Марио кепку. А, эти придурков мне тоже еще ловить нужно. Блин, а, как я не хочу это делать сейчас. Да, сейчас мы вернем кепку от Марио. Или возьмем другого. Может быть... А, нет, мне не нужно будет Марио, потому что мне в следующей части нужно будет в 12 и в 13 мире... забирать 100 желтых монет. Так, мы поменяем Луиджи сейчас. И снова зайдем в дверь Марио, чтобы не вернуть нам кепку. Окей. Так, а может быть тут где-нибудь грибок есть, который нам вернет кепку. Да, смотрите. Мы потеряли кепку, а о, смотрите, грибок какой веселый стал. Смотрите, какой веселый. Так, надо посмотреть это. Нет, погоди, я хочу эпичнее сделать это. Пускай вот так будет. А ну-ка. Mario, I found the cap in front of the castle little while ago. Pretty good. То, что мне и нужно. Спасибо тебе большое. Ты меня спас. А как он, как это он отобрал от птицы кепку? М? Как это он сделал? Ну ладно, не будем сейчас думать ни о чем. Будем просто сюда встанем возле картины. Возле этого. И здесь мы закончим эту часть. Увидимся в следующей части. Давайте до следующего раза, ваш Рустендер. Удачи всем. Пока-пока.